Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вас, как всегда, приветствует Алена Ариес. Я таролог, психолог, коуч, специалист по работе с подсознанием и эксперт счастливой жизни. В первую очередь, дорогие мои девочки, от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под всеми моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои предсказания. Мне очень и очень приятно. И сегодня мы с вами продолжаем серию видео по обучению искусству предсказаний. И наше сегодняшнее видео посвящено старшему аркану Папесса или Верховная Жрица. Я вас учу пока как бы на классической колоде Таро. Вот. Но тем не менее, даже если вы возьмете другую колоду, значения будут такие же. Если вы хотите именно более глубоко, фундаментально освоить всю систему предсказаний, то тогда регистрируйтесь на курс обучения искусству предсказаний. Ссылочка внизу есть в описании и в моем первом комментарии, а также вверху в чате, если вы смотрите премьеру. Вот. И еще, девочки, если вы хотите вот взять любую колоду и читать именно карты, да, не подключаться, то есть курс обучения искусству предсказаний – это подключение к энергии Вселенной. Вот. А если вы просто хотите читать карты, то это мастер-классы. Вся информация, вот перейдите по ссылочке, которая есть в описании, в моем первом комментарии и вверху в чате. Вы окажетесь на главной странице моего сайта. Там есть курс обучения искусству предсказаний и мастер-классы. Вот. В мастер-классах как раз я даю таро через нумерологию и символы. Вот там вы научитесь читать по символам именно, то есть через мастер-классы. Вот. Еще у меня есть книжечки, которые также вы можете для себя приобрести. И к ним видео. Видео вы можете посмотреть и не приобретая книжечки. Вот. И узнаете, как по книгам уже начать предсказывать прямо сегодня. Вот. Также, девочки, я говорила и в прямой трансляции о том, что я научу вас предсказывать по моим вот этим обучающим видео. Сейчас, когда я их отсниму все, да, но вам не нужно ждать, пока я все отсниму. Вы можете начинать предсказывать уже на тех видео, которые отсняты. Вот. А может быть, вы смотрите данное видео уже в тот момент, когда они уже все отсняты. Вот. И все видео по каждому аркану Таро есть уже на моем канале. То вы тогда уже можете себе сами предсказывать. Не проходя никакого обучения, просто берете колоду Таро, задаете свой вопрос и вытаскиваете из колоды одну карту. Находите у меня на канале видео с таким названием, как называется карта. Включаете это видео и слушаете свое собственное предсказание. Именно лично для вас это будет. Вот так легко и просто можно предсказывать даже по моим видео, которые я снимаю специально для вас. Кто-то будет учиться и прорабатывать каждый аркан. Кто-то будет просто смотреть данное видео в качестве развлечения. Также, девочки, вы можете открыть плейлист «Обучение искусству предсказаний». Там будут все видео на эту тему. И просто ткнуть пальчиком или мышкой в какое-то видео, и это будет вам предсказание на какой-то ваш определенный день или на какой-то ваш определенный вопрос. То есть и так тоже можно гадать. И это будет очень точное предсказание лично для вас, потому что вы же сами гадаете, да, а я лишь только озвучиваю. Вот. Также, девочки, хочу сказать, что во всех видео этой серии самое полное значение каждого аркана. Вот полнее просто некуда. То есть я даю самое
полное значение каждого аркана. Причем это занимает как бы не так много времени, да, то есть видео в целом получается по большому счету коротенькие. Итак, приступаем к изучению самого полного значения аркана Таро, Папесса или Верховная Жрица. Общее значение аркана Таро, Папесса. Какое-то непонятное дело, какая-то неясность может быть в делах пока еще, да, может быть что-то неожиданное, или может быть неожиданное или непредвиденное решение какого-то вопроса. То есть у вас какой-то вопрос, да, и вы думаете о том, как его решить, скорее всего, если на этот вопрос выпадает вам Папесса, то, скорее всего, вопрос разрешится каким-то неожиданным или непредвиденным способом для вас. Также Папесса обозначает развитую интуицию, интерес или обучение, как раз для моего курса подходит Папесса, да? Интерес к эзотерике, обучение искусству предсказаний, эзотерике. Новые знания для достижения успеха, перспективные дела, связанные с обучением. Да, девочки, может быть еще научная деятельность для некоторых из вас. То есть не только обучение, но, например, написание дипломной работы, какой-то научной работы. Вот это тоже идет по Папессе. Вот. А также Папесса обозначает расстояние какое-то, да, если вы загадываете на какого-то человека, или, может быть, на работу, еще может быть, вот это расстояние, да, она показывает именно какое-то расстояние, какую-то удаленность. Вот. И интернет, социальные сети, YouTube, это все Папесса. Вот. Дальше, девочки. Сфера работы, карьеры и бизнеса. Также некоторая неясность в этой сфере, да, то есть если вы вопрос задаете по работе, карьере или бизнесу, то, скорее всего, это пока еще какая-то неясность. И в данном случае либо нужна дополнительная карта, чтобы прояснить, либо подождать, пока ситуация прояснится. Также обозначает новые знания, умения. Курсы повышения квалификации, дистанционное обучение, то есть через интернет, работа удаленно, а также может говорить о заключении договоров, сделок, контрактов, но также удаленно. Что касается курса повышения квалификации или приобретения каких-то знаний, умений, навыков, то это может быть как дистанционно, либо же вы поедете туда для того, чтобы пройти эти курсы. То есть обучение здесь может быть разное. Либо вы поедете, либо обучение дистанционно. Финансы, девочки, пока неопределенность и неясность. Вот в финансах я бы вам посоветовала, если в других сферах более-менее понятно, да, некоторая неясность, вот, но ситуация прояснится. Но что касается финансов, я бы обязательно выложила дополнительную карту. Дальше. Здоровье. Папесса может говорить о каких-то хронических заболеваниях, либо о том, что заболевание неверно диагностировано. То есть нужно пройти новую или заново диагностику, еще раз пройти какую-то диагностику, исследование, обследование для того, чтобы выяснить, правильно ли была сделана диагностика и правильно ли поставлен диагноз. Также Верховная Жрица обозначает нетрадиционные методы лечения и может говорить о психосоматике. То есть, если человек спрашивает, например, о том, почему это заболевание, да, и выпадает Папесса, скорее всего, это именно психосоматика. Дальше, отношения. Здесь, скорее всего, недоверие, то есть, если вы на мужчину выкладываете, то это недоверие, подозрительность, неискренность. Если в целом на отношениях, то, скорее всего, в отношениях с двух сторон будет недоверие, подозрительность, неискренность. Также Папесса обозначает какие-то платонические отношения, ну, например, симпатию, интерес,
Влюбленность, но на расстоянии. То есть это может говорить о том, что какой-то человек испытывает чувства, но молчит. То есть скрывает как бы свои чувства. Может быть, он их показывает, может быть, проявляет какой-то интерес. Но отношений нет. И либо же это платонические отношения, то есть это дружба. Скажем, даже если девушка влюблена, да, то бывает так, что мужчина думает, как раз-таки у него цели, то есть он хочет с этой девушкой дружить, да, у него именно такие цели, планы, намерения. Вот. А девушка может быть влюблена, или вот точно так же может быть и наоборот. Вот. И тогда получаются платонические отношения, то есть люди, которых связывает дружба. Может быть даже и влюбленность, но по каким-то причинам люди не переходят к другим отношениям. Дальше. Может говорить об отношениях на расстоянии или знакомстве по интернету. Если вы хотите узнать, что за человек, да, спрашиваете, какой человек выпадает по ПЭСа, то это говорит о том, что человек скрытный, с развитой интуицией, возможно, даже экстрасенсорными способностями. Внешность. Цвет волос скорее русый, темно-русый, может быть. Возможно, есть седина. Это может быть как мужчина, так и женщина, но чаще всего женщина. Цвет глаз голубой или серый. Рост, скорее всего, средний. Телосложение стройное. Общий внешний вид спокойный, флегматичный, загадочный человек, привлекательный, немного такой нервозный, да? Да, может быть немного нервозный, да, или грустный, может быть немножечко с каким-то негативным налетом. А вот, в общем, флегматик. В общем, я описала флегматика. Но это если вам понятно только в том случае, если вы изучали психологию, если нет, то имейте в виду, что вот то описание, которое я дала, характера, да, это и есть флегматик, да, то есть вот такой человек закрытый, спокойный. Зачастую, да, может быть, иногда с некоторым налетом негатива. Ну, и мысли могут быть какие-то негативные, там негативные взгляды на жизнь. А вот. Профессия. Профессия чаще всего это либо заместитель, может быть, любой заместитель, заместитель директора, заместитель там какого-то начальника. Женщина-исследователь. Исследователь тоже в любой области может быть. Также, как я и говорила, исследователь, ну, может быть, женщина на какой-то научный работник, да, с науками связана. А также целитель, эзотерик, астролог, таролог. Время, девочки, время по старшему аркану Папесса чаще всего это период зимнего или летнего солнцестояния. То есть, когда солнце именно... То есть, когда день равен, нет, когда самый большой, да, самый большой день и самая большая ночь, да, вот период зимнего и летнего, по-моему, это 22 декабря и 22 июня. Вот. Но также по времени, если вы спрашиваете, когда или через сколько, да, скорее всего, по ПАПЭСе это через 2 месяца. Совет вам. По старшему аркану Верховная Жрица или Папесса. Вам необходимо прояснить для себя ситуацию, искать другие возможности решения. Вот такой совет от старшего аркана Папесса. И мы с вами сегодня рассмотрели именно полное значение, самое полное значение аркана Таро. Я сейчас пишу книгу как раз по всем арканам Таро, книгу буду печатать, да. А как только я закончу, то есть отсниму все видео, потому что я пока снимаю видео, я еще что-то корректирую в своей книге. Ее можно будет приобрести. Честно говоря, девочки уже записываются, то есть есть уже список тех, кто хочет эту книгу приобрести себе в свое личное пользование. А вот.
И как только я закончу, ну, отсчитайте, вот я начала, каждый день я снимала как бы по одному видео, да, где-то через 78 дней я закончу и книгу в том числе. Это будет прям самое-самое полное значение Аркана Таро. Вот как только закончу, тогда можно будет, ну, пока я ее оформлю, да, и выложу на своем сайте, и там ее можно будет приобрести. Вот. Также напоминаю вам, что если у вас есть карты Таро, то учитесь предсказывать вместе со мной. А также вы можете учиться, если хотите, быстро, всего за 12 уроков вообще освоить всю предсказательную систему, то регистрируйтесь на курс обучения искусству предсказаний. Если же хотите именно читать карты, любые карты, то это мастер-классы Таро через нумерологию и символику. Именно вот так я там даю. Конечно, я там даю еще много всего интересного для и в курсе, и в мастер-классах по улучшению собственной жизни. Ведь недаром же все девочки, которые уже закончили курсы, даже те, которые учатся, все в один голос твердят о том, что у них буквально на 180 градусов изменилась жизнь в лучшую сторону. Прям кардинально. Поэтому присоединяйтесь к обучению искусству предсказаний. Переходите по ссылочке на мой сайт и выбирайте курс обучения искусству предсказаний, мастер-классы или книги. А также ежедневно смотрите мои видео, где я рассказываю самое подробное значение каждого аркана Таро. На этом, дорогие мои любимые девочки и мальчики, если есть, от всей души искренне желаю вам всем счастья, радости, удачи, удовольствия, всего-всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. И следующий аркан Таро у нас с вами будет императрица. До встречи в следующем видео. Пока-пока.